Отопительный сезон завершается, начинается подготовка к новому. Согласно постановлению от 17 мая, подписанному главой Новоуральского городского округа Вячеславом Тюменцевым, с 20 по 24 мая поэтапно будут отключать тепло в жилом фонде, объектах социальной сферы и предприятиях города. В этом году начало мая выдалось значительно холоднее обычного, поэтому отопительный сезон на территории Новоуральского городского округа продлили до 20 мая. Напомним, по нормативам отопительный сезон заканчивается, когда среднесуточная температура наружного воздуха держится выше 8 градусов Цельсия не менее 5 дней подряд. В этом году у нас он продлился больше обычного. 17 мая подписано постановление главы об окончании отопительного сезона. Ну и сразу же, соответственно, начинается подготовка к новому отопительному сезону, которая включает в себя опрессовки, другие мероприятия, ремонты подземных коммуникаций и тому подобные мероприятия. Отопительный сезон у нас заканчивается с сегодняшнего дня, с 20 мая. С 20 мая начинаются переключения там, подающего обратного трубопровода, переключения в подвалах многоквартирных домов, отключение коммерческих, промышленных предприятий. В первую очередь, как обычно, у нас отключаются промышленные и коммерческие предприятия. Далее у нас идет жилой фонд, за ним следуют детские дошкольные учреждения, школы, объекты здравоохранения. С сегодняшнего дня управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома, начали поэтапное отключение систем отопления. До 24 мая батареи отключат во всем жилом фонде, а также на социальных и других объектах города. Впереди у энергетиков ремонтные работы, подготовка к следующей зиме. Юлия Балдина, Михаил Карелин, «Объектив итоги».